Всем привет, ребят. Ну что, мы продолжаем с вами трэш делайте кофеёк. И будем сегодня с вами пробовать, опять же, пройти за пределы на моей силе. Это не очень легко, скажем так. Ну, даже мои прокачки героев не спасают против тех героев, которые там есть. Это печально. Поехали, попробуем. Не знаю, не буду я сейчас поначалу собирать, даже, в принципе, первое, второе левел мы... Так, это нам не сюда, нам вот сюда. Первый, второй левел мы с вами фармим, в принципе, отлично. Я даже немножко бываю удивлен, что все так изи. Ну, а дальше начинается полный трэш. На третьем, ну, уже сколько, три или четыре раза... Наверное, 4 раза зависали просто после обновления и нифига сделать не можем. Но я стараюсь здесь это фармить всегда, все время. Так, Мэри. Что еще такого взять интересного? Да, тут кого, наверное, не возьми. Все равно все сливаться будут. Знаю, есть ли смысл сюда землеройку брать. Ладно, возьмем. На всякий случай. Если Мэри будут сливать. Попробую за одну дуэлянта еще. Ставим самых таких неубиваемых героев. В принципе, бонус у нас есть. И сразу же с первых пачек заходим и встречаем зефиров. Ну, слава богу, здесь они пока без усилений. То есть первые этажи, в принципе, я вам так скажу, ну, вообще несложные. А весь трэш начинается с третьего. Вот там вот самая у меня печаль. Я уже даже не знаю, что делать. Но... Еще пару таких заходов, и я просто, ну, забью на эту локацию, наверное, как и многие. Уже забили. Да, это круто для бездоната, там, для прочих. Пойдем, будем искать самых легких сегодня, чтобы быстренько пройти. Это крутая локация, здесь классно дают плюхи, но опять же есть какое-то распределение, да, там для бездоната это однозначно круто, у него не особо много силы. У меня, как у доната, силы дофига, но я ее пройти не могу. Почему я, ну, по сути, должен шататься каких-то плюх из-за того, что я влаживаю в игру, у меня топовые прокачки, но какую-то локацию я пройти не могу. Со стороны доната это как бы, ну, тоже печаль. Я думаю, у многих донатов такая же самая хрень, как у меня. Ну, без доната, я думаю, и без этого там тоже хрень. Вот. Поэтому постает смысл какой-то этой локации. Ну, ладно, соберем мы там... Скитальца соберем мы Некроса. Кого нет. Ну, я имею в виду без донатов. Нету. Их собирать не надо. Все. Дальше что? Так, что там? Неубиваемая Фрея. И у меня, наверное, по-любому кто-то уже сдох. А, у нас уже Огник сдох. Вот ли есть? Не, живой. Странно как-то. Вот какая там третья пачка, и уже герой, которого мои все герои слить не могут. Ну что за бред? Вот то же самое на атаке фортов. Они сказали, что они там уберут, по сути, судя по всему, там героев, которые вносят дисбаланс. Но саму локацию это переделать надо. Об этом уже сколько говорилось еще до этого. Вы просто с каждым обновлением выпускаете, ну, посмотрите. Просто бред, блядь. 6 топовых героев не могут слить одну Фрею.
одну Фрею не могут слить. И они называют это балансом. Но толку от того, что они там кого-то уберут. По сути, это, ну, в общей сложности ничего не поменяет. Локация как была говняной. Там нужна оптимизация, там надо поменять правила. Они хотят просто... Ладно, не получилось, мы просто уберем. Ну что это, блядь? Это нормально, типа? Блядь, жесть полная. Третья пачка, я не могу убить Фрею. Потому что она с маской и с отхилом. Посмотрите на отхил. Блять, жесть. Я еще удивлен, как это у меня это не слилось, Мэри. Ну, бред такой уже. Хорошо, хоть лист срабатывает нормально. Нафиг, вообще буду пачки минать все. Миновать будем. Как, блин? С ПДшкой уже максимальная прокачка. Вот как он сливается? Ну вот объясните мне, каким хреном? Бред полный. Да, одна пачка лучше другой. Что тут сказать? Смотрите внимательно. У меня уже одного ушатали. Жесть просто. Просто полная жесть. Такое чувство, что мы сейчас уже половину моих героев на первом этаже растеряли. Вот Зефир. Но это нормально. Хорошо, хоть он здесь с выживанием, честно, на отражалках посливается. Да. Что это такое? А это там Ронин остался. Я смотрю, что-то думаю, еще Зефира бьют. Ну, здравствуй, неубиваемый Ронин. Ну, это, блядь. По 4 ляма хилит, или по сколько там он уже? Вот что это за херня? Я все понимаю, но нахрена ставить сюда героев, которых, ну, вы сами понимаете реально, что их не убить. Если я уже донатными по них не попадаю, то что говорить о бездонатах, если они не попадают на такого героя? У меня возможностей там разные эмблемы, чарки и прочее поставить есть, но остальных нету. И вот первый этаж, и что мы имеем? Мы Ронина просто не можем попасть, не убить, ни хрена не можем ему сделать. Это нормально. Что мне делать в данной ситуации? Просто, ну, что это за фигня? Вот как с ним воевать? Посмотрите на его отхил. Посмотрите на его жизни. Он уходит в инвиз. Что я могу ему сделать? У меня не хватает просто дамага на всех героях. Они попадают. Но что это за дамаг по нему проходит? Ну смешно просто. Герои с отражалками стоят. Он не убивается. Ну вот максимум я его там на 1,5-3 клетки просаживаю. Это просто, ну, я не знаю.
Вот у меня еще вот эта локация осталась, вот просто чисто желание пройти все три этапа. Все. Больше ни хрена не хочется фармить ни атаку фортов, ни битву гильдий, ни другие локации, потому что они все всратые уже. Командные локации, ну, мне из-за того, что у меня все есть, мне не надо, они, допустим, фармят, некоторые фармят. Вот эти вот плюхи, призы, что они дают, ну, это такое. Вот что мне делать конкретно вот в данной ситуации? Вот кого мне ставить, чтобы его слить? Его отхил. Плюс у него стоит выживание. Потому что нули проходят. Вот я наполовину его просадил. Наполовину просадил. 6 героев. С точностью вот Зефир там и остальные. Он должен просто пробивать. Он уходит в инвиз, я ему ни хрена сделать. О май гад, ребята, мы его убили. IGG, извините. Извините, пожалуйста. Все good, все нормально. Мне просто надо было поменять героев. Одних донатных на других донатных, чтобы убить кого-то Ронина. Ну, блядь, бред. Понятно, здесь лисичка надо. Это бред. Я считаю, вот такого вот должно в таких локациях просто, ну, не существовать. Да. Чувство, когда у тебя герои какие-то нищенские, вот это я без супер питомцев сейчас бегаю. Ну, то есть как и у всех обычных людей, ну понятно, прокачки у меня под мою силу, но я не ставлю супер питомцев. Но у противника есть еще супер питомцы дальше, 35-го левела. Все, приехали. Опять Фрея. Знаете, мне кажется, наверное, лучше было бы всего здесь вместо этих боссов поставить каких-то боссов типа архидемона, что у тебя есть время, ты его должен убить на какое-то время. Это было бы, наверное, интереснее, нежели попасть на какую-то нищенскую пачку с каким-то Ронином либо Фрайей, которую ты никогда не сольешь и не перейдешь. Вот реально босс бы, наверное, был бы интереснее. Вот смотрите, ворожай улетел с топовыми уклонениями, он просто улетел нафиг. Это всего лишь, ребят, первый этаж. Супер. Мне это нравится. Второй этаж у нас начинается с Зефира. С какой-то вроде как бы новой пачки, но я чувствую, у меня сейчас кто-то улетит. Не, все живы? Да ты что? Что там, смертушка нас бьет? Бард и оккультист просто просели, я офигею. Нифига себе! Офигеть просто! Посмотрите на эту пачку, ребята! Посмотрите на эту пачку, кого мы встретили. Пачка из 6 драконов. Нифига себе! Ну, как бы относительно из 6 драконов Арктика, это, ну... Это просто везение. Ну, давайте нападем, посмотрим. Интересно, они кого-то сольют? Блять, все с маскировкой. Дракон с маскировкой. Я офигею просто. Вот такое ощущение, что они просто чисто, чтобы западло сделать, от фонаря насывали вот этих вот маскировок на тех героев, которых реально сложно слить. Нифига себе, посмотрите на королеву Ос. Она даже круче, чем Зефир. Просто жестко.
Как это, блин, как это Космо раньше ударил, чем я? Что это за фигня? Ну реально, что за фигня? Просто жесть какая-то творится. Да, однако. Настало время собрать героя. Как-то странно, Барт, да и слился у нас, но это что-то не то. Что-то пошло не так. А, все, ребята, все понятно. Я не собрал героев. Ворожей с топовыми прокачками просто сливается. Поехали. Поехали жарить эти пачки. Минус Мэри сразу же. Сразу же, без разбора. Просто минус Мэри. Я офигею. Хорошо, хоть бардик есть. Тут реально бард очень кайфовая тема. То, что бард тащит. Своим ресом, по крайней мере, плюс скиллом. Вообще в топах он крутой. Давайте уже сливайте этого зефира. Вот посмотрите, ну что за фигня? Ну что так долго? Нифига себе. Очередной сюрприз. Блядь. Смешно. Мэри, ну через нее смысла нету нападать. Оккультист, ворожей, зефир. Ох, идем через Мэри, посмотрим, как мои герои сейчас улетают. Улетают просто. Ну, если, конечно, она включится. Да, ты что? Странно, очень странно, что не улетели. Не все, по крайней мере. У нас еще и Огник там жив. Офигеть. Что это за фигня? Подскажите мне, что это за фигня? Вот как без Мэри убить этих двух героев? А, там у нас Ронин. Супер. Супер, ребят. Просто от души. Да ты что? Мы кого-то еще... А, там не только Ронин, там еще кто-то был. Ронин у нас остался.
Просто трэш. Сколько надо его ударить, чтобы слить? Ну тут этой пачкой уже бессмысленно. Ну вот, плюс от лисички, минус Ронин. Это однозначно плюс. Блин, надо было поменять пачки. Зря напал, наверное. Хотя, в принципе, нормально лис тащит. Скоро, ребятушки, истина. Пройдем ли мы за пределье? Блин, лис хорош. Вот здесь вот реально он мне нравится. Ремка плюс подашка. Хоть убивает половину пачки, не дает ему ударить первыми. В этом, конечно, очень большой плюс. Ну, здравствуй, елка, Новый год. Видели, какой там отхил? Как вам такой вот огник опять? Ну, как его убить? Вот, как вы думаете, как его можно убить? Отхил, посмотрите внимательно на отхил. Эйджи, вот что мне делать? Вот посмотрите на мой дамаг. Дамаг уже был свыше 9 лямов. Только так я его слил, потому что пролетел крит. Просто бред. Вот реально лис тащит, пока его не слили. Вот здесь реально круто смотрится. Но опять же, он донатный герой. Вот чисто благодаря лисичке мы... Вот смотрите, барда просто нафиг ушатали. Ой, этого барда, я вечно их путаю. Оккультиста. Просто нафиг послали. Так, ну давайте будем выбирать из двух пачек. Хранитель, Фрея, Космо. И что я нападу на эту пачку, где... Тыковка, Анубис. Неплохо. Это мне нравится. Лис отрабатывает свою стоимость. Минус ворожей. Я в шоке. Блин, сколько там жизни, что я таким дамагом не могу убить. Нифига себе. Но сейчас, как обычно, убьем эту пачку, зависнем на другой пачке. Вот здесь вот обычно зависаем. Нет, тут это должны ушатать. Но дальше у нас будет выбор. Как это мои после... Опять ворожей слился, что ли? Что это за фигня? Вот реально. Что это за фигня?
Чё за бред? 6. Половины пачки нету. Ворожей и Лис просто улетели. Посмотрите, на каких героях. Бред полный. Мэри Барт. Охник. Ну, в принципе, я на верхнюю, наверное, буду нападать. Не хочу я на Барда нападать. Почему, я вам уже показывал в прошлом видосе. В прошлый раз, когда мы бегали. Ну все, ребята. Истина. Истина. Изи. Наконец-то, ребят. Наконец-то мы с вами зафармили. Первый раз. Так, что-то я... Первый раз, ребят, в 2020 году. За пределы на моей силе на 3 на третьей сложности последнего испытания на адском режиме. Я не знаю, что сегодня случилось. Ну а подождите, это еще не факт, что зафармили. Еще у нас тут есть друзья. Нам сейчас придется, наверное, еще обновить. Что-то я очень быстро поспешил радоваться. Это еще не все. Они говорят мне: «Воу-воу, пацан, подожди». Блядь. Я в шоке. Ну, пацанчик, расслабься. И все так просто. Блядь. Это жесть. Сколько дамага надо? Блять, ору. Просто жесть. Роза, ребят. Роза и Фрея. Раз, два, три. Это нормально? Это нормально? HG. Это законно? Ладно, делаем. Вот так. Да это бред. Самый, что ни есть, настоящий бред. Не было бы у меня, наверное, Мэри, я бы их не ушатал. Наконец-то. Наконец-то, ребятушки. Congratulations. You have cleaned all three stages of Lost Land. Your challenge continues in the next season. Спасибо. Спасибо, ребятушки. Ну, что я могу сказать? Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Мы это сделали наконец-то. Всем удачи, всем пока.